Друзья мои, всем привет! Вы на канале Виктория Лид. Сегодня у нас понедельник, и сегодня мы идем в садик. И на самом деле Максимка уже больше недели не ходил в садик. Наконец-таки у меня есть время теперь для того, чтобы заняться домашними делами. Сегодня вместе будем убираться, сегодня будем перебирать всю обувь. И дома на самом деле дел очень много, а пока что я их отвожу. Решила вам показать нашу присадиковскую территорию, потому что она огромная, она мне очень нравится. Там очень много места для игр. У нас наступила зима, около 0 градусов, и территория действительно просто шикарная. И у меня все в нашем садике очень нравится. Ни разу не пожалела, что именно в этот садик отдала наших детей. А потом, когда я их отвела, пошла кормить котят, потому что недавно обнаружила у нас здесь троих котят и кошку, маму. И поэтому решила их покормить. У меня уходит 3 пачки корма на них, но ничего страшного. Самое главное, что были сыты, потому что мне их на самом деле жалко. И как они замерзают, как они там сидят голодные. Хочется все-таки, чтобы они немножко выжили и чтобы они не болели, чтобы были хотя бы сытые. И я пришла домой, тут меня встречает Пушок, и всегда, знаете, когда я ухожу на прогулку куда-нибудь отводить детей в садик, в магазины, он потом приходит и начинает мурлыкаться, начинает лизаться, начинает очень сильно... Нежности в нем много, потому что, мне кажется, он думает, что мы уходим навсегда, и поэтому потом он берет свое и хочет внимания, ласки, а потом начинает играться уже, когда в себя приходит. Мы еще приходим, обычно он немножко спит. И сейчас будем уже заниматься делами, будем загружать стирку, менять постельное белье детям. И наконец-таки настал декабрь, и у меня именно такое ощущение, что нужно доделать дела, которые, во-первых, не доделала, во-вторых, максимально расхламиться, максимально разобрать все свои недочеты, которые ты до сих пор не разобрала. Поэтому я каждый день стараюсь выбирать какую-то зону и над ней работать. То есть сегодня у меня обувь, завтра у меня одежда, послезавтра у меня какие-нибудь шкафчики, которые я до конца не доделала. И я хочу каждый день по чуть-чуть разбираться, время еще есть. Квартиру я украшать никак не планирую, но вот доделать дела, которые я не доделала раньше, это я прям планирую, мне это нужно все обязательно сделать. Сейчас я решила поменять детям постельное белье, и сейчас я хочу навести базовую уборку, то есть что понимаю я под базовой уборкой, чтобы перед тем, как я буду заниматься определенной задачей, которую я себе на день поставила, я наведу порядок во всей квартире, и хочу это делать каждый день. Сегодня меняю постельное белье, которое совсем недавно стирала, оно у меня буквально с сушилки, и быстренько оно вот так вот досохнет, потому что оно у меня за 2 дня так и не высохло, где-то в углах, где-то в краях, поэтому решила я просто вот так вот, чтобы оно досохло. И, кстати, высохло оно достаточно хорошо. И сейчас я навожу порядок в спальне, потом мы идем у нас либо кухня, либо зал, либо коридор, там что-то одно из этого. И вот потихоньку-потихоньку будем наводить порядок в каждой комнате, потому что понедельник, потому что прошли выходные, болезнь, состояние угнетения у меня покидает, и сейчас нужно навести максимальный порядок во всей квартире, насколько это будет возможно, насколько у меня хватит времени, а потом уже будем заниматься обувью. Сегодня у меня в планах, девчонки, перебрать всю обувь, потому что мне не нравится, что она стоит в коридоре и занимает место. Все мои коробки стоят в коридоре, и я хочу разобраться, что мне нужно, что мне не нужно, и другое место им соорудить, чтобы они на видном месте, где мы часто пользуемся одеждой, например, мы, чтобы не видели эти коробки, чтобы они мне не смущали, чтобы не смущали их объемы. Поэтому сегодня будем перебирать обувь. И на эту уборку я сегодня потратила с 11 утра, потому что до 11 утра я монтировала для вас видео, и с 11 утра до 3 часов дня, то есть 4 часа, я потратила на эту уборку, расхламление, причем я совсем забыла сказать, что это не даже не просто уборка, потому что я сегодня буду заниматься разными зонами и также расскажу, что мы сегодня расхламили. Достаточно большое событие для нас, и сегодня вы все узнаете. И также хочу сказать, что когда я расхламляю вещи, в основном стараюсь их не выкидывать, а все-таки
отдавать кому-то, кому они больше, возможно, будут нужны, чтобы было, во-первых, меньше мусора в стране, в моей хотя бы зоне, чтобы от меня исходило меньше мусора, а во-вторых, чтобы было повторное использование, если вещь в идеальном состоянии. Мне хочется так, чтобы все задумались не то чтобы об экологии, а просто о способе жизни. Вот, допустим, почему я так часто расхламляюсь? Во-первых, потому что я блогер, и мне приходит много товаров на обзор. Вы это тоже должны понимать. А во-вторых, просто хочется, чтобы было разумное потребление, если вещь, допустим, мы из нее выросли, из какой-то, ну, она может еще послужить кому-то, ее логично было бы отдать. Вот, и сейчас быстренько наводим визуальный, так сказать, порядочек. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. В спальне я уже навела порядок, единственное, что не сделала, это я не помыла подоконник, хотя хотелось бы, надо было бы это сделать. В общем, сейчас я загружаю стирку сразу же, чтобы белье стиралось, и также кладу новый мусорный пакет, и сейчас буду доделать свои дела, которые не доделала раньше. Наверное, для вас это будет странно, но вот так вот это выглядит, когда, возможно, не доделала видео, и сейчас я буду быстренько его корректировать, и потом заниматься уборкой, буду наводить порядок уже на кухне, а потом перейду в зал, потому что там много дел надо сделать, и сейчас быстренько я домонтирую видео, да, оптимизирую его, и сейчас потом буду убираться, намывать посуду, намывать столешницы, поверхности и протирать, наверное, полы тоже сразу захвачу. И вот так это выглядит все со стороны, если кому-то это будет интересно. Работа на ноутбуке быстрая, простая и удобная. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day.
вот я уже почти закончила с посудой, и мне многие девчонки писали, что я как бы плохо выполаскиваю средства, которые наношу, то есть чем я мою посуду, то есть у меня это фейри. Девчонки, я хочу сказать то, что у меня все в порядке. Возможно, на камере, возможно, так кажется, плюс ускорение, плюс монтаж, плюс камера не может не передавать каких-то там специальных эффектов, которые есть на самом деле. У меня зрение хорошее, вблизи я хорошо вижу, поэтому можете за это не переживать. Плюс потом я специально всегда это все протираю специальной тряпочкой сухой, то есть я не оставляю это все высыхать, и за счет этого я думаю, что она максимально чистая становится, и поэтому я не переживаю никогда ни за посуду, ни за что-то такое, потому что это уже, честно сказать, я так думаю, больше придирки со стороны, потому что мне многие начали писать по поводу того, зачем тебе эти цветы на кухне. Девчонки, я их обожаю. И почему другие люди могут решать и думать то, что они мне должны указывать, как мне жить, что мне ставить в своей квартире. Это, по-моему, полная глупость. И я, девчонки, просто в восторге и от своих цветов, и от того, чем я и как занимаюсь. Желаю вам того же, чтобы у вас все было, чтобы вы были уверены в своих силах, в том, что вы делаете все правильно, потому что многие могут сказать, многие могут написать, многие могут сказать, даже соседка, даже знакомый, что ты делаешь что-то не так, вы должны знать за себя, что для вас хорошо, а что для вас плохо, и так жить. Я считаю, что от этого повышается и самооценка, и также уровень восприятия, отсекается все плохое и воспринимается только хорошее, так что желаю вам того же. Сейчас я буду намывать плиту, потому что мне там что-то просыпалось, возможно, во время готовки. Сейчас я быстренько всем этим займусь, потому что не хочется тратить сегодня много времени на плиту, поэтому быстренько просто протру ее просто тряпкой, просто без средства.
Так, ну что, на кухне мы убрались, мы уже молодцы, теперь мы уже подходим плавно к тому делу, которое я запланировала на сегодня, а именно это обувь, то есть мы заправили кровать, я пока что его не застилаю, потому что у меня муж все равно лежит там, и я не хочу ему мешать, поэтому мы не заправляем, мы просто ложимся туда, когда у нас есть время. Сейчас я быстренько убираю сушилку, и потом буду доставать уже всю обувь, и потом расскажу про стульчик, потому что сегодня, девчонки, мы расхламили стульчик, мы его давно об этом задумались и давно уже поставили на продажу, потому что пока что я понимаю, что он нам ни к чему, он нам ни к селу, ни к городу, потом у нас здесь будет стоять лишняя кровать, которая перейдет со спальни, и потом, естественно, она уже, стульчики уже будут не нужны, а когда они понадобятся, тогда я уже, возможно, еще раз закажу, но пока что они нам ни к чему, просто мешаются, стоят, и на кухне мы их не используем, и если был бы какой-нибудь специальный уголок для детей, там стол, стул, тогда да, а в нашем случае пока что он ни к чему, поэтому мы решили давным-давно их продать, чтобы они не мешались нам дома. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Так, ну что, сейчас я хочу перебрать обувь и сложить ее наверх в шкаф, в купе. И сейчас хочу попробовать сделать, вытащить все коробки. И надеюсь, мне получится туда их все сложить, потому что здесь вообще места, они, конечно, очень много занимают. И мне прям неудобно, неприятно. Поэтому сейчас буду заниматься, потому что место тут, к сожалению, не резиновое. Почти вся наша обувь, все, как вы понимаете, почти в каре сегодня. Я сейчас еще убираю, смотрите, что кроссовки. Они мне сейчас не нужны, вообще я думаю их расхламить, но пока что не хочу. Они уже 100 лет стираны, но я в этом году даже не ходила. Убираю все ботинки, потому что они без подкладки, теплые. Вот это вот я буду расхламлять, когда буду отдавать куртку, тоже буду отдавать. Но на всякий случай, может, кому пригодится. Хотя нет, наверное, оставлю все-таки. В коробочку уберу. Вот это я тоже убираю, потому что они холодные уже ботиночки, хотя они уже вообще в ужасном состоянии. И сейчас буду все перебирать, и я подумала, что сюда я, наверное, даже не буду. Я сначала начну с кладовки, убирать все в кладовку, потому что, мне кажется, там будет удобно, потому что там вот такая коробка огромное место занимала, она практически пустая. Здесь вот что там, три пары обуви, которые я практически не ношу. В общем, сейчас все переберу, посмотрю и сложу вот туда как раз. Там будет прям очень хорошее место, и здесь не будут занимать место, и там будет порядок, и все аккуратно сложено. Сложу от летнего сезона к зимнему, буду так переходить, к осеннему, там, демисезонному, и лето в самый-самый конец запихну. Я думаю, что так лучше будет. То, что здесь вот, смотрите, и ботинки мои. Ой, это не ботинки мои, это кроссовки детские. Вот, так что посмотрим, сейчас разберемся, и сейчас попробую все это быстренько сделать.
trueno de horizontes, seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles, más y más. Ну вот что получилось, вот эта коробка идет на мусор, вот эта коробка идет на мусор, тапки детские идут на мусор, потому что они уже старенькие, у нас ремонт проходил, мы в них ходили, и вообще в прошлом году, вот этим летом, мы им не пользовались. Коробка идет на мусор, лежала у меня такая же, идет на мусор, я их использовала под детскую обувь, но, девчонки, вообще сейчас они бесполезны, конечно, потому что дети вырастают, и вообще у нас появились нормальные коробочки. Недавно мы разбирались, и мы нашли клавиатуру, тоже будем отдавать даром, сейчас тоже буду вставлять, мне так будет удобно, вот эту тоже, наверное, решила не выкидывать, буду отдавать даром, возможно, кому пригодится, я не знаю, потому что клавиатура не рабочая, там мало ли какие-нибудь детальки нужны, сейчас посмотрю, может быть, выкину сама, тоже не знаю, сейчас какая-то эпоха расхламления. Вот, а там коробка пустая, не буду выкидывать, и здесь одежда, недавно мы уже перебирали одежду, тоже проводили ревизию, и тоже буду выкидывать, сегодня пойду или отдавать, не знаю, сейчас посмотрю, потом подумаем, что будет, и сейчас я вам покажу, что у нас получилось по итогу. По итогу здесь немножко все переехало, здесь я оставила одну зимнюю обувь, которую потом будем доставать. Все, девчонки, просто идеально все встало, то есть здесь вообще прям очень мне понравилось, прям доверха все, что можно, забило, и все очень хорошо встало, девчонки, не ожидала, поэтому я очень довольна сегодняшним результатом. Только здесь немножко еще прибраться, но это уже ерунда. Вот эта коробка пустая, пока что не знаю, для чего использовать. Ну, пока что не выкидываю, потому что она большая, такая объемная, удобная. Вот, сейчас посмотрю. Девчонки, вот это я выставила, вот это я сейчас сфотографировала, выставлю. Я отобрала то, что буду выкидывать, уже выкинула, а то, что осталось, то осталось. Там реально хорошее качество. Сейчас буду все выставлять и смотреть. Все убрала, в принципе. Вот это вот все пойдет на мусор. И все, в коридоре тоже убралась. Так что сейчас мне осталось кое-какое время. Наверное, я все-таки займусь ногтями, пока есть время. Я так думаю, да. И на ужин, наверное, буду готовить все-таки котлетки. А сейчас, наверное, пойду делать все-таки маникюр, потому что он уже плачет. Также, девочки, пробежалась по коридору, нашла еще одну коробку на выброс. И вот эти шапки я тоже убираю на хранение, потому что сейчас они уже 100% не актуальны, они холодные. Но к зиме они будут явно холодные, поэтому убираю, они уже, скорее всего, не пригодятся, а весной достану. Такой большой объем получился. А пока я села делать ногти, хотела их убрать целиком и полностью, хотела показать вам до, а потом к нам пришел покупатель за стульчиком. Я сама не ожидала, позвонил и пришел. Ну, девчонки, можете нас поздравлять. У нас здесь на самом деле стоял стульчик, вы, думаю, видели в начале видео, и он у меня стоял на продаже уже долгое время. В итоге сегодня пришел человек и забрал его. Мы первый уже продали в сентябре в конце, и сейчас вот второй продали. Девчонки, это очень круто, потому что у нас скоро здесь будет еще кровать, и совсем некуда, и они нужны в основном для сидения за столом, и сейчас нам это было неудобно, и мы решили его продать. У нас было две штуки. Один, мы говорили, уже продали. Сегодня продали второй. Я очень довольна, потому что перед Новым годом как раз хочется все закончить, что не закончили, расхламиться по максимуму. Короче, сегодня продали стульчик. Можете нас поздравлять. А когда будут столы у детей, конечно же, мы новое что-нибудь посмотрим, потому что сейчас они ни к селу, ни к городу, как говорится. Сегодня была в Магните. Купила себе про запас вот это вот средство Фэри. Мне так понравилось, слушайте, это уже вторая моя пачка, лаванда и розмарин. Не знаю, девчонки, буду добавлять, сняла уже ногти, и сейчас как раз приходили забирать, так что переделать я, наверное, буду уже, когда приду ногти, и сейчас мы просто покушаем супчик, и хотела показать, вот сегодня пойдем, не считая обычного мусора, вот столько у нас хлама из коробок, которые мы сами себе насобирали. Ну, девчонки, раньше хранила, думала, пригодятся. Нет, сейчас настала та пора, когда надо все выкидывать, размусоривать, я считаю. Поэтому вот такая огромная гора хлама. Так, где же
Это одежда. Сегодня придет девушка, заберет пакетик. Я очень рада, потому что мы не выкинули. Я там, я говорю, разобрала то, что уже прям на мусор, а то, что в хорошем состоянии, просто, вот, допустим, маловато по размеру. Вот, сегодня девушка придет, заберет, тоже будет очень хорошее дело, я считаю. Так что я молодец. Сегодня в коридоре разобралась еще. И, возможно, еще одну коробочку унесем, посмотрим. И надо белье уже развешивать. И я прям очень довольна сегодняшним днем. Много дел сделали. А потом буду собираться уже с детьми бежать. Вот. И все меньше, меньше, меньше мусора у нас, как говорится, хранится. Девочки, я считаю, сегодня у меня просто шикарно продуктивный день, потому что за время болезни я вообще выбилась из сил, а сейчас мне прям вторая волна пошла накидывается, и хочется делать много-много-много всего. До Нового года я успела уже сделать один свой большой пункт, а именно обувь, потому что теперь с обувью у нас не будет никаких проблем, не будет никакой возни, потому что я все убрала, и вот до конца года это все как осталось, так и осталось, так все будет. Возможно, там не сильно для вас заметно, но для меня это огромная разгрузка в голове, потому что я разделала с этим пунктом, и я очень собой довольна. Сегодня я отдала Ромину одежду, и тоже очень хорошо, потому что мы немножко пересмотрели ее, еще что-то добавили. Поэтому сегодня отдали. Сегодня мы пошли с детьми, забрали их из садика и покормили котят. Это тоже хорошо. Это получается уже два раза в день. И Юрка их увидел. Конечно, они там разревелись, расплакались. Мы больше нервов потратили. Но все равно они набросились голодные кушать. Меня до сих пор не отпускает этот серый котенок. Прям мне как-то в душу, наверное, запало. И черный, и белый. Мне они все очень... Я за них переживаю сильно. Не знаю, как поступить в такой ситуации. Потому что мне жалко. Вот кто-нибудь взял бы, я была бы рада. И сегодня я еще что сделала? Сейчас я еще загрузила партию стирки, уже почти постирала 100 белье и развесила. Загрузила сейчас белое. Недавно вот часто пересматривали в последнее время свое видео. Мне раньше не было такого, знаете, там черное, белое, цветное, какое-то розовое, какое-то зеленое. Сейчас у меня вот именно так все. Какие-то вот такие вот маленькие партии. Стараюсь загружать, и мне так удобно. Еще сейчас так холодно, что белье почему-то почти не сохнет. Вот. Сегодня решила на бодрячке с вами закончить. Еще хочу пожаловаться, просто вот от души пожаловаться, потому что расскажите мне, как получается у девчонок снимать по 10 минут видео, влоги, как получается снимать уборку по 12 минут. Научите меня также, потому что если я либо не делаю ничего, либо делаю все в один день, и хочу все-все-все вам передать, все показать, научите меня снимать меньше. Я не могу, девчонки. Если меня унесло, так меня унесло на полчаса. Я думаю, вы уже поняли, и вы уже, наверное, от меня надоели, и этим, наверное, плохо. Но я все равно, меня несет, я хочу и рассказывать, и показывать, и заниматься вместе с вами, поэтому вот так вот. Ногти завтра буду делать, но все равно вот с этой задачей, с обувью я справилась, я молодец. Вот, и сегодня выкинули мусор, и, в принципе, все. Вчера я выкинула сумки, и тоже уже минус вещи в моей квартире, я очень этому довольна. Еще много дел надо переделать перед Новым годом. Будем всем заниматься, пока время есть, пока желание есть, вот. А сейчас я уже пойду отдыхать, заниматься детьми, заниматься, готовить ужин. И сегодня на этом с вами будем прощаться. Еще немножко хотела вам рассказать, пока я в ванне, сказать про шампунь. Вот такой я покупала себе, девчонки, мне не понравился запах, честно. Вот мылится хорошо и волосы моет хорошо, но мне запах не понравился. Я рассчитывала немножко на другое, думала, что он немножко посвежее будет, а этот какой-то прям отдушка не такая, вот прям мне очень понравилось. А вот этот гель для душа я тоже купила, потому что я в магазине не нюхаю никогда ароматы. Просто покупаю, потом дома смотрю, чтобы не открывать лишний раз флакончик. Вот, мне в принципе нормально, но я почему-то ждала тоже другого. Вот, ну в принципе мне уже лучше, чем старый, потому что старый я вообще не могу, он такой вонючка, прям вообще неприятный. Я же прям в ванную залезла для вас. Вот, я его тоже купила по акции, думала, хороший, нет, девчонки, вообще, мне не зашел, детям не зашел, нам не понравился. Детям использую, вот, девчонки, фа детский с фиксиками, хороший, и себе шампунька, вот мне почти уже закончилась, но мне она тоже очень нравится, вот такая, бальзам мне остался, немножко шампуньки, вот полбальзама, чуть меньше, вот такой хороший длина мечты есть, розовый тоже, там, с кашемиром или что-то такое, девчонки, просто очень крутой.
Вот. И, в принципе, все, наверное, что я вам хотела показать. А, мицеллярка тоже хорошая. Купила за сколько? 129, по-моему, рублей. Не помню сейчас, девчонки. Давно было, но, девчонки, пользуюсь. Мне нравится. Еще почти закончился мой бустер, поэтому... ближе к, ну, в начале, я так думаю, следующего года будем покупать, сделать заказ в подружке, потому что больше его нигде не достать. Смотрела на Валберис, он стоит 1500, девчонки, вот за это, вот 1500, девчонки, 120 миллилитров, куда мир катится, я не знаю, девчонки, я пока что не готова. Вот, мне осталось чуть-чуть, вот как раз в следующем году, в начале, я возьму себе еще в подружке, так думаю, делаю все-таки заказ, плюс тоник какой-нибудь закажу, ну, такой кислотненький уходик, вот, потому что я без него жить не могу, вот, и нам надо сделать поделку, так что на выходные будем заниматься с детьми, делать будем две поделки с тигром, я так думаю, аппликацию какую-нибудь сделать интересную, я думаю, будет и им интересно, и мне будет занятие на выходные, потому что хочется каждый выходной какое-нибудь занятие интересное продумать для детей. В общем, девчонки, опять я наболтала для вас, я ей извиняюсь, но вот хочется мне, поэтому сегодня на этом будем с вами прощаться, всех обнимаю, всех целую, всем прекрасного настроения, отличного самочувствия. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.